идем в 11-м ининге. Официально самая долгая игра в малой лиге. Да, хорошо. Сын, держи глаза открытыми. Технически он не уронил. Он уронил его. Хорошо видеть кого-то такого аккуратного к духу бейсбола. Что еще нужно, Сэм? Мы выглядим уставшими. О чем ты? У нас есть шанс. Питер, не спать в блиндаже. Тренер, предложение для вас. Ты управляешь звездами и участвуешь в малой лиге. Я управляю худшей командой. У вас 10 дней, чтобы подготовить этих парней. Хорошо, да. Вперед, команда! Пора притянуться. Вперед! Неплохо, да? Игра может измениться одним ударом. Папа, забери маму! Забери маму! Помощь! Куда мы идем? Зависит от того, как сильно ты хочешь бороться. Ничего не делает меня счастливее, чем просмотр вашей игры. Вам нужно за что-то сплотиться. Что-то, что вас мотивирует. У меня есть за что сплотиться. Мой бросок. Если мы можем выиграть для него, я знаю, что мы можем стать лучше. Бобби всегда с нами. Пора поддержать его. Не ожидал себя здесь, но так получилось. Ты уверен, что это парни? У него усы. Они могут победить. Как ты себя чувствуешь? Моя рука отрублена. Это просто игра, Бобби. Это больше, чем игра.